Пишешь? Должна писать. Сейчас приму позу покрасивей. Я же артист. Я же артист. Так, поехали. Стихи 90-х. По порядку. Ух, начали. Небо в Москве по ночам. Оно почему-то бледно нынче, обычно зеленое. Выйдешь, бывает, ночи среди по бычкам, или на тачку за водкою выскочишь, и такое оно, что хуй просышь его. Мороз, ночь, город спит, кипит, водяра в груди, и такая вокруг, братцы, глушь, что вот хрен бы и подумал, что Москва. И такая не то, что и грусть, и такая не то, что тоска, а фиг поймешь чего, сказано же, и мороз. Ох, какой же мороз, ясный, твердый, как точно алмаз. Точно черный алмаз. Вышибает аж слезы из глаз. Грани острые очень. Ох, это, ребята, всерьез. Так, идти сквозь мороз. Про себя повторять. Бормотать из прочитанного только что послания Феофана Затворника кому-то из Аксаковых младших. В первых строках письма моего спешу начать восстановлять пошатнувшаяся была веру вашу в вечность загробных мучений и ада. Ничего тут еще добавлять. Ничего добавлять не надо. Сказанного хоп, хоп, достаточно, чтоб бы все, что тут есть, понимать. Трепетать от того понимания. И идти сквозь мороз. И опять понимать. Но и оду при том сочинять. Размышления о величии Божьем при свете северного сияния. И опять. Январь 92 года. Москва. Алтуфьевское шоссе. Как я недавно узнал, бледно-зеленое небо – это признак магнитной бури. Сильной. В более высоких широтах северное сияние, а у нас просто небо зелененькое такое. Светится. Так что данным стихотворением зафиксировано, что в начале 92 года в Москве бушевали магнитные бури над Москвой. Выйдешь по
по бычкам, но это понятно. В то время не было ночной торговли сигаретами и вообще ничем. И ежели кончилось курево, выход был один – идти по подъездам собирать окурки. Благо в те времена, ну или к магазину, там в урне говорят. В те времена люди окурки бросали, советские сигареты гасли, они догорали до конца. Окурков можно было насобирать много. На тачку за водкой выскочишь, это понятно. Опять же, ночной алкоторговли не было, как и сейчас. Торговали таксисты. А там рядом у нас был таксопарк. Вот туда я и ходил за водкой. Все остальные комментарии в письменном виде прилагаются. Ну что, хорошо прочитал? По-моему, отлично. Стоп-машина. Сейчас еще начитаю. Раз поперло, так поперло. Сейчас буду читать, как заведенный.